Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Vezel Гибрид 2014 года в зеленом цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, мощностью 132 лошадиные силы, гибридная установка на 22 кВт. АКПП полный привод, имеется спойлер, камера заднего вида. Литые диски хорошие, зимняя резина, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, пробег 124 тысячи километров. По салону красивый темный ухоженный салон, ткань не прокуренный, электроручник, автохолд, спорт режим, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, кнопка старт-стоп, имеется подогрев передних сидений, мультируль, подрулевые лепестки, круиз-контроль, режим экон, система курсовой устойчивости, подогрев зоны дворников, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Также имеются рейлинги на крыше.